подписался на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Dark Sector, по-моему, так называется, да? Давай. Соберем. Куда-то в подвал спустились, в церкви. Куда вы прицеливаетесь? А? Что-то не активируется. Поле. По крайней мере, что-то ничего не активируется. Мне подлетает эта штука. Надо разбираться. Зачем я туда? Я надо было вперед пройти немножечко. Я уверен, там было это. Так я себе и представляла нашу следующую встречу. Здравствуй, Надя. Ты стоишь вот так, отвернувшись, и у меня будет пушка. Две пули в затылок, как и ты с ними поступил. Послушай,
тебя ищет, но ты еще можешь исчезнуть. Я ничего не скажу. Им нужен только Мезнер. Старик сошел с ума. Ну что ж, если они тебе так сказали, тогда это задание как раз для тебя. Ты ведь кое-что знаешь о сумасшествии, не правда ли? Думаю, знаю. Давай, скажи же, что не было никаких приказов. Ты сам это сделал. Я думал, я знал, что они должны были умереть, что они были больны. Ради бога, Хейден, они не были больны. Нет, я был. Я болен. Но чего ты ждешь? Потому что наша цель — справедливость, а не месть. Значит, помогаешь Мезнеру провозить биологическое оружие во имя справедливости? Быстро схватываешь. Передай привет своим друзьям. Замечательно. Такое чувство, что голова сейчас лопнет. Удвой дозировку подавителя. И датчика больше нет, но Мезнер все еще где-то тут. Армия с ним сотрудничает по-крупному. Удалось связаться с перебежчиками? Надя была там? Нет, нет, сэр. Кажется, я слышу вертолет. Он все еще упорно пытается вывести вирус. Если он надеется его использовать, то у него должны быть образцы антител. Ясно. Куда направляются вертушки? К незарегистрированному торговому судну неподалеку. Миль 5 юго-восточнее твоего положения. Захвати образец груза. Остальное уничтожь. Понял. Thank you.
так надо было с пробелом нахуй. Останешься больным, останешься мишенью.
есть. Хрень какая-то. Я не могу пользоваться этой силой, как я понимаю, в той мере, в которой я-то рассчитывал, что налево-направо. Останешься больным. Останешься чем. Выдвигаюсь на позицию. Я тоже так умею.
что вы там орете по-английски. Понимаешь, ну, помогите. Смысл орать помогите. Янки снова в городе! Извини, Янки, у тебя столько нету. Это у мамы надо спрашивать, где она. Ну, потом мама тебе. Спасибо за покупку. Ой, да пожалуйста. Спасибо.
Ой. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся!